Так. О, самолетик летит. Доброе утро всем. У меня ночь. Ночь с 21 на 22. 22 я улетаю. Это будет новый плейлист возвращения в Индию к мужу. О, в страну моей души. С этим чемоданом Be Careful. Здесь у меня вся моя техника. Ой. Я даже без куртки, в кофточке. Пулково 3. А что это за 3? Развлекательный комплекс. Не самолетики. Самолет садится. Видно? Здесь дорожные знаки есть такие. Красненький треугольничек и самолет. Угу. И что, ты должен пропустить самолет, что ли? Предупреждающий знак какой-то. Ясно. До 15 минут бесплатно. С 16 по 30 700. С 31 минуты 700 рублей каждые 30 минут. Даже видишь номер уже на чеке. Буквально нажал, уже номер мой там записан. Номер машины? Напечатан, да. Чтобы не передавал. До чего никому дошел прогресс. Так, мы туда. Депача? Депач. Ага. Точно депача, да, товарищи вон с чемоданами. Ладно, давай тогда обнимаемся, счастливо, живите счастливо, дружно, присылайте фото Маше, вот, не скучайте. Спасибо, хорошо долететь. А? Хорошо долететь, говорю. Хорошо, я вам напишу, давай, счастливо, пока. Отельчик Паприка называется. Ганешек на мышке. Все, я уже в Домодедове, в Москве сейчас мне нужно 8 часов сидеть до следующего самолета. Вот. Но мышку увидела и обрадовалась. Всего 8:12. 8 утра. Прилетели. Час всего летели. Значит, 2:50, 2:45 вылет. 3:45-4, грубо говоря, сюда прилетели. Ой. А в Абу-Даби вылетаем в 12:50. Сложно я себе перелет выбрала, конечно. Надо кофе хотя бы попить. Так. Кофе вот решила из автомата попить. Вот латте за 100 рублей. Напиток готов, соберите. Спасибочки. Добрые люди. Пока есть время, читаю книгу. Взяла с собой. «Летние ливни в Бриндаване». Сай Баба. Как можно освободиться от иллюзии осознавания себя как тела? Конечно же, не отказом от питья и еды, доведением бедного тела до скелетообразного состояния и заигрыванием со смертью, а настойчивым убеждением, утверждением, подкрепленным такой верой. Я не тело. Мое тело, чувства, рассудок и духовный разум – только мои орудия. Вы должны избавиться от идеи отождествления себя с телом, подобно тому, как вы сбросили с себя грязную одежду. Что-то я не смогла картой расплатиться в автомате, хотя в Питере я покупала воду, но потом опять прошла очередной контроль, пришлось опять выкинуть. Шла в какой-то бар, купила. В автомате она 100 рублей стоит, а здесь я такой воды вообще никогда не покупала по такой цене сгоряча. Сейчас покажу. 245. Однако. Вот это вода. Вот еще мысль интересная. Вы – само воплощение блаженства и радости. Счастье – это ваше естественное состояние. И это настоящая трагедия, что вы не способны ни понять этого, ни испытать этого счастья.
наше изначальное состояние счастья и радости окутано тяжелым туманом симпатий и антипатий, эгоистических представлений «лично я» и «лично мое», сомнений и колебаний, удовольствия и недовольства. Ваши пристрастия и неприятия – это тяжелый покров, который скрывает свет радости Духа, пребывающего в вас. Только когда вы избавитесь от чувства привязанности и неприязни, вам откроется ваша истинная природа. Как это странно и глупо, что вы, являясь воплощением самого блаженства, ищете его повсюду. Оно в вас самих. А вы проводите жизнь в погоне за мелкими удовольствиями и пустыми наслаждениями материального мира. В чем причина такой сумасшедшей гонки? Неведение и незнание того, что источник счастья вы сами. Этот Сайбаба студентам своим лекции читал. Первый раз в жизни я первая зашла в самолет. Мало того, меня первую проверили, меня даже специально вызвали. Плюснина Ирина, подойдите к стоечке. Вот, вначале меня проверили, потому что они вот... Этот документ у них почему-то не был внесен, что ли. И они все сделали. И я пошла впереди бизнес-класса даже. О, как! Вот. Мы летим в компанию Этихад. У них всегда вот есть телевизорики, наушнички, пледики. Мне опять повезло, я у окна. Большой очень аэропорт в Абу-Даби. 61 ворота. Мне до 50-х надо идти. Нравится мне тут контингент. Такие красивые шейхи. Здесь кругом тема верблюдиков. Ой, какая красота. Я же вот такие верблюдики меховые. Когда смотришь, как, что они продаются, кажется, что они очень нужны. Приятно радует, что есть питьевая вода. Холодная. Но здесь плюс 30. Вода необходима. Здесь хорошо, подремать даже можно. Лежачие креслица. Сейчас столько индейцев улетало. Несколько самолетов на Дели. Нас разделили на две очереди, иностранцев и тех, у кого индийский паспорт. И меня вот с индийским паспортом пропустили в этой очереди. Вот так вот. Кабина пилота. На том самолете пилот прямо к нам вышел. Так приятно было. Сейчас у меня 20-й F. Значит, с этой стороны. Опять все улыбаются, много монашек почему-то, не знаю, целая конференция. За мной сидят много, и какая-то классическая музыка играет. Все. Абу-Даби. Летают. Мы как раз расположены в центре между
Кукута Партс. 8.14. 22 градуса тепла. Ну все, я получила, можно ехать. Ой, господи, куда ехать-то? Где мой хазбенд? Я успела переодеться. Переоделась. О, вот он. Дарлинг, дарлинг. Дарлинг. Где мой золотой? Ой. Beautiful, very tired, darling. 30 hours. 30 часов. I called Natalie yesterday morning because I phoned to you, and you are not answering. Then Natalie was also sleeping. She said she is in Moscow. I said, oh, sorry. Да. У меня 30 часов было. Это поездка. Very good. 8 часов. 8 hours waiting in Moscow. 8 hours waiting in Abu Dhabi. Not bad, not bad. 8 часов. You made it not long video. I was so tired. Я так устала. Я не... Он говорит, ты, наверное, сделала длинное видео. Now you are Indian citizen. Да, он говорит, сейчас ты индийский житель. Yeah. Вот. Я так устала, что я почти не делала видео. I felt so good after when I got news that you have OCI. Yes. I felt so comfortable. Он говорит, я так счастлив был, но так хорошо себя чувствовал, когда узнал, что ты сделала этот документ. Happy and a little bit tear in my eye that time. Он говорит, я даже плакал. I write to embassy so many times, he always replied me. Он так много писал, говорит. Is it Twitter? I don't know. Я сейчас в самолете, я даже проспала еду, просыпаюсь такая, потому что вообще уже не могла на ногах стоять. А, просыпаюсь, смотрю, все уже поели и спят дальше. Но я позвонила, попросила, чтобы мне принесли. Они меня омлетиком, кофе покормили. Ой, я тоже плачу. What you want to buy? I buy some sweets. I bought other one also here. Yeah? I brought many Russian candy for you. Chocolate. У меня пол чемодана. Он попросил. Ну, всяким и соседям, и детям, и родственникам. Так у меня, кроме моей подушки, одежки и цветочка, все остальное конфеты. Подушку мы сдували, мне Люда, невестка, помогала все сдуть. Иначе бы одна подушка заняла. Я купила подушку, чтобы сюда привезти. Мне здесь не нравится. Здесь они все синтепоновые. А я купила у нас там в поселке рублей за 600 всего. Такая 50 на 70, отличная, тяжеленькая. When I see your plane coming down, then we enter here. It's not expensive party. For 2 hours, only 100 rupees. Mm. Yeah. In our airport, for I think 15 minutes, 700 rubles. Wow, да. Он говорит, за 2 часа здесь ожидания только 100 рупий берут за машину. Ага, за 2 часа. А у нас Пулково 700 рублей 15 минут. Ой, happy. Конечно, тяжеловато, но это того стоило. Yeah. It was difficult trip, and but it was good. I waiting for this paper. Он уже последний. I told you many times it's also the best because last month was very hot here. А он говорит, это и хорошо, что ты там ждала, потому что говорит, последний месяц был очень жаркий. Now from last 3 days. Becoming better. Вот последние 3 дня, говорит, стало лучше, а у нас последние 3 дня стало хуже. Как раз сегодня сестра ночью звонит в Абу-Даби, говорит, а у нас дождь и почти связи нету. Вот. Это ты, говорит, увезла хорошую погоду. How many kilos they allow you? They, well, something happened there. They allowed 30 kg, but it was full luggage. Yeah. I brought half of luggage.
candy, I think. For me, pillow, I buy good pillow. Yes. Пододеяльник привезла хороший, хлопковый. No, no, less. In red suitcase, my camera, microphone, everything for channel. Пальмы. Были только вчера клёны, опавшие березы. Вот они, пальмы. Страна моей души. Я вернулась в страну моей души. Какое счастье. Я им спрашиваю сейчас на паспортном контроле, надо мне регистрацию делать. Они: нет, вы индийский гражданин, с этим документом вам не надо. Но я все-таки схожу, узнаю. А то в прошлый раз нам тоже сказали, не надо. No, even I ask now, I have to do registration. He tell, you are Indian citizen. You don't need with this paper nothing. And you can travel anytime other country and come back. Very good. Все, эта штучка заменяет мне визу. И вот это мне и надо было. В остальном, конечно, я не собираюсь идти в политику, хотя меня туда и не пустят. I was so happy. And, you know, what did I think that time? I said I lived in Germany. Because of my wife, I got residence visa. Uh-huh. And now, I pay back. Because of me, you have Indian passport. Да. So I feel good. Да. You know? I feel very good. No, I police registration, nothing. But we will ask one more time, okay, in police. I know, I asked in the embassy also. Он спрашивал. He told you same, you know. Uh-huh. It's like a passport. Да, говорит, как паспорт. Overseas means overseas. Overseas citizen of India. Это говорит житель Индии, который живет в другой стране, поэтому это практически... Так, вот с этим главное аккуратно. Careful with this, да, ага. Окей. Ача. Бхот ача. All you want that side is more better. Better this side. Ну все. Еду заниматься йогой, скидывать 20 килограмм, делать видео из Индии, как меня призывали. Welcome home. Thank you. Happy. Ой, мама, ты не забыть? Набрала, говорит, немножко. Yes, but I will go to the Rao clinic for yoga. Это потому, что я скучала по тебе. Мне было грустно. I was sad and I little bit eating bread, candy, cheese, lot of cheese. Mama, without you, I know it even at in my room, because I was missing, so I had only bread, a little bit. And then I go for lunch at 12:30, 11:30 or 12. And from 2 days I start eating that when I know you're coming. Я говорю, без тебя даже яйца не ел дома. And before that in the night I made omelette for me. Сейчас, говорит, когда узнал, что ты приезжаешь, купил билеты 2 дня, я, говорит, уже делал омлеты. А так, говорит, хлеб, говорит. А я нет, я себе не отказывала. Rashida mother come also every day, lunch. And she told me, now you will not come. I said, we will come. If I ask what she want to eat, I will ask her what she like to eat. First we go for that. And I'm sure I said to her, I said, I'm sure she's missing Italy. And she yes, Italy, vada, dosa, everything. And then Indian food later. I know. Он говорит, узнаю, говорит, почему она скучает больше. Я говорю, по всему скучаю. По Идли, по Вада, по Доса. Вот. Only but first shower, душ. Душ, сауна, баня. I become better than before. I can even read without my glasses. Он говорит, у него глаз стал лучше, даже говорит, он читать может без очков. Вот он сюда приехал, нам же там и операцию сказали надо делать. Он уехал-то пораньше из-за того, что кровоизлияние было в глаз. Папа, your mama is Indian. First time you married Indian woman.
Впервые он женат на индианке. Было две японки, две немки, одна русская. Я. Он Саши меня привез покушать. Я говорю, а у нас есть фрукты дома? Он говорит, мы все тебе купим, но вначале покушать. Я вообще там бананы... Не, I don't want. Ага. Я бананы там не покупала дома. Пару раз купили для Саши, а я сама не хочу. Мне там не нравится. Здесь они такие сладкие. Баны для ван вода. Ну, darling, I only try your чай, окей? Заказали. А я там смотрю, коконат. Коконат, потом надо будет попить. I have to drink coconut also. Все, хочется... Ой. Я еще с from Emirates. О, Eagle, орел. Прямо на дорогу упал. Мышку, наверное, взял. Маус. I think he take маус. Вот. В Абу-Даби на самолет-то в Индию сидело много индийцев. И вот уже сразу начали все улыбаться. Люди. Сай Баба. Здесь Сай Баба. Вот. И все такие улыбчивые, если только глазами встретишься, начинают улыбаться. Даже... Ой, как я скучала по этой еде. На банановом листике. Ну что, буду... Это идли, рисовая лепешка, безвкусная. Если кто-то вот не знает, все равно все время новенькие люди приходят, спрашивают, что это такое. Вот это вот кокосовый соус чатни. Я отвыкла от острова. Спайси? Мама дорогая. Ну я тоже. У нас есть шоколад, говорит. А что ж такое-то? А это пышка не сладкая, называется вада. Вада. А это самбар. Супчик. Ну, самбар тоже спайси, да. Может быть, здесь такое место, где все спайси? Уж сильно спайси. Ладно, буду заново привыкать. Саша воду наливает, даже для него спайси, значит, нормально все. А то я думала, я совсем там. Ну, я там нормальную ела еду европейскую. I forgot about Indian prices. Show me, please, Bill. Так, ну что, вот мы поели всего на 120 рупий. Значит, две тарелки на 85, кофе и чай на 25. Вот, на 120 рупий вдвоем. Я уже забыла о таких ценах-то, чтобы на 120 рупий поесть. И еще водителю он дал 100 рупий, сказал, иди кушай, сам чего выберешь. И он куда-то пошел кушать, а может решил и не тратить, если сытый. Ready. Вот 70 рупий, вот у них маленькие бананчики такие, они сладкие обычно. Саши хочет... I think I want pineapple. Да, я хочу еще ананас. Яблоков-то я наелась, конечно. Уезжала еще в вазе, яблоки оставались. Все друзья, знакомые снабжали яблоками. И мандаринки 60 рупий килограмм. Мы еще полкилограммчика купим. И все, теперь... Давай. Вот это вот килограммчик он хочет купить, тоже 60 рупий. Свит. Саша спрашивает, а чай? Типа, а чай?
хорошие. А тот говорит, Тачара, вот ты что, говорит, по хинди говоришь? Слушай, ну да, могу. Опять не признал в нем индийца. Индийца. Не признал. Он ли ready, yellow, something sweet. Не? Ну давай. How much pineapple? 40 рублей штучка. Ну потом мы разберемся. Out, ага. Out. Delete, да. I'm from Punjab. Откуда ты, спрашивает? Из Пенджаба. Бале-бале. Even I know. Бале-бале. Даже я знаю слово бале-бале. Это пенджабское слово. Thank you. Да, наверное, он и не ел. Не стал есть, тратить денежку. Домой приедет, покушает у жены. New fan, red fan. No matching. Green trousers, red fan. How? How you survive? And this straight? Yeah, I had to cut it. I отрезал. No, I only cut? Folded. They are long. Ну ладно. Я же его все время вычесывала, вот эти катышки. А сейчас он пошел, да, отрезал. I do it myself every day, otherwise it becomes too much. But now you are here, you can take care. Да, да. Without my permission, don't cut more. No. Я говорю, без моего разрешения теперь больше не отрезай. А веер, говорю, у тебя чуть не сочетается со штанишками. Вот это matching. А this is no matching. No problem. Пять месяцев я была, и три месяца без него. Three months without you. I know, I was losing weight. And я потеряла вес, плакала каждый день. А я на что-то набрала, веселилась каждый день. Ездила, с друзьями общалась. In Jaipur, because I stay with my brother four nights. Four or five nights. Two nights I stay in the market, in the hotel. And I buy many things. Он только, ну, счастлив был, ездил в Джайпур к брату. Вот. Вот в то время был счастлив. Да нет, все нормально, хорошо. Вот там дорога на темпл Липакши. Вот видите, бычок. А там в Липакши такой бычок 9-метровый. Потрясающий храм, конечно. Ну и осталось минут 40 до Паттапарти. Ванауэ? Час. Ой, я уже и коровок посмотрела. Дарлинг, how is mine Patrick? He miss me? Как моя обезьянка? Она скучает по мне. Bridge, but last in 1 week we had 3 days rain. That time I don't see them. But they're still there. In ashram there's nothing. No monkey anymore. Три дня дождь, поэтому они не приходили на ашрам. А так они приходят. А в ашраме почему-то их нет. Патрик Фэмили. Throw outside ashram. I don't see the bird also. You know, before they're sitting near there. Dogs. Dogs. In ashram. I don't remember. Before we see many собачек тоже. I don't see there. Ну я проверю. I will check. Yeah. Что там с моей Патрик Фэмили? А у Саши новый лук. Золотые серьги. Because Indra told me и браслет. Gold one is important for. Да, потому что Индра сестра ему говорила, что надо золотые ему серьги носить. And our jeweler write my name here. А это он в Чинае купил, и ему написали его имя, Шаши. Хэви, 30 грамм, 30 грамм, я сразу уже определяю. Жената, ювелира, на глазок. So, you know, if I'm lost, people can tell my name. Да, если он потеряет, то люди могут по имени его найти и по-честному отдать. Мэридж, что там? Нет, жертвоприношение какое-то, жертвоприношение этих бедных козочек. Ой, господи, бедная коза.
же и Суперсай госпиталь приблизился. А наш водитель женился 7 месяцев назад. Так молодо выглядит. Вот здесь вот наш аэропорт, куда приезжают VIP-персоны. Если прилетают, вернее, если какие-то президенты там в ашрам. Моди, между прочим, тоже преданный Саи Бабы. Ой, ну что, мы все ближе и ближе. Да, более знакомые места. Дорога в Читане Джоси, стадион. Там вон три купола, музей всех религий. Наши дорогие рикши стоят. Дорогие в смысле любимые. Они как раз таки недорогие. Очень хороший вид транспорта. Как в Санта-Барбаре, все знакомые. Рикши, нищие, продавцы. Вот ворота ашрама. Вот этот же продавец фотографий знакомый. Наша Читраварти Роуд драгоценная, любимая. Вот так сейчас 23 октября выглядит наша Читраварти Роуд. Да. Домик в лесах. Сок за 20 рупий. Джус стил 20 рупий. Коконат also 20 рупий. В ашраме сейчас 17.70. Что там у нас? Кружева расплелись, расплетаются. Ой, какая у нас узкая эта дорожка. Терпение это вырабатывает у людей. Здрасте. Вот тот тоже френд. Все у нас тут френд-зона большая такая. Прям даже не хочется выключать камеру. Так соскучилась по всему. Не нагляжусь, потому что глазами кажется, что все так не запомнишь, как потом еще камеры просмотреть. Да, bring chocolate for Krishna. Я пол чемодана чоколад для всех везу. Фрутс? Где фрутс? Давай, конфетки, фрутс. Ага, окей. А дедушка так все и сидит тут в подвале. А я? Есть место? Do we have place? Come. Push 6-4. Happy to be home. Что-то совсем медленно едет этот лифт. Ушатали вы за 5 месяцев без меня его. Или это я так отъелась? Thank you. А чего он не идет? Вообще не идет. А, thank you. Yeah. Бедный, ушатанный. Спасибо, Саи Баба. Вернул домой блудную.
Ну, вернее, как? Я не блудная, но... я ездила по делу, я теперь гражданка Индии почти, Тора-Тора. Вот. И он меня за этим и отправлял. Ой ты, боже мой. Дом-дом, свит-дом. Ага. Ну, я уберусь. Ой, как хорошо. I will clean. Вот. Это да, полы-то у него чистые, только надо порядок навести. Патрик! Ты где? Друг мой. Вот. Ну что, очень рада. Вот, сделаю прямо как можно скорее видео о своем возвращении и буду выкладывать, как я решила, что одно индийское видео, новое, новый плейлист начну, и одно вот те, которые я снимала последние несколько дней в Петербурге. Там очень много видео, поэтому я буду параллельно два плейлиста ежедневно выкладывать, как смогу. Вот, всем хорошего дня, счастливо, счастья, гармонии, радости, любви. Вот, удовлетворенность в жизни. Я счастлива. Сейчас в себя приду. Прямо очень счастлива. Да. Подарок для меня. О, какая красота! Thank you. Very beautiful. Thank you. Да, лучше, чем говорит. Искусственные, настоящие цветы, поставим в настоящую вазу, ониксовая. Thank you, very, very good, yes. Ага, да, тут мне, конечно, убираться-то достаточно. А это ведь твой магазин. Что ж у тебя такое бесхозяйские? А нет, вот гонишки-то у него все в порядке. Гонишки все в порядке. Ну ничего, сейчас я в себя приду и сделаю... тебе порядочек. I will make yes everything. И порядочек сделаю, и сделаю новый фото нового ассортимента. Он очень много всего напокупал, он мне говорил. Да, ну, в общем, вижу фронт работы.